Я синий. Ты бери как угодно. Дарья, поснимаешь? Не я синяя. Я синего. Можешь, Андрюх, спокойно одну пониже опустить, да, ногу. Советую поставить ногу, которая уже рваная. Другая, да. Чтоб ты сразу аккуратно туда ножку. Опускай ниже, смелее. Опускай ниже. Ты можешь как в стремени встать и замотай вовнутрь тряпье. Да мне кажется, а вокруг своей ноги обмотай, не смущает. Теперь встаешь. Прям опирайся на нее, да, вставай. И к животу ее тяни, вот эту веревку, на которой стоишь, к животу к своему тяни, вставай. К телу прислоняй, да, спокойно. Той рукой возьмись, да. Да. Но с прессом я все-таки бы посоветовал сделать такое. Лежишь на полу, поднимаешь в свечку ноги, а другой стоит за головой, и ноги отталкивает. Вот это жестко. 10 раз вот или 20 раз так сделаете, и это мега. Ну, по-моему, это каракашная была на стенке. Ну, она вся, да. Это как раз укрепляется спина и живот, вот эти верхние мышцы. Потому что подъем туловища, он не совсем... Он просто много ты поднимаешь, можно вот очень много сделать, но как такового результата. А когда ты вытягиваешься в свечку, еще от сопротивления преодолеваешь, вот это круть. Попробуйте, Дашенька Сергеевна. Завтрашний именинник. Да. День весны, да, она родилась. День весны, она родилась. Рыба. Есть такая песня. Ела рыбу, та-та-та-та-та, что-то. Так, присядь на ногах. Присаживайся, смело, да, спокойно. Тихо, спокойненько. Теперь колени вперед наклоняй, а в ступнях держись. Нет, стой, да. Коленки к себе подожми, пятки. Да бог с ним, ничего страшного. Присяднутой ноге, да, облокотись на ту, кого ты присаживайся, держись одной рукой. Как жучок в паутине застрял, такой замешкался. Расслабь спину, ляж, расслабь спину, ляж вперед. Давай, прям прогни спину. Страшно, да? Расслабляйся, руки распрями. Палку кидал, у него больно. Собаке палку кидал? Да. Я бы подумал, это как с твоими ноздрями, да, плачущими? Как воспринимать? Палку кидал собаке. Дарья, ты уж определись, там, чего ты. Сказала. Все так. Собаке палку кидал. Это как с плачущими ноздрями. Можно воспринять очень если забавно. У вас восприятие немножко другое, я чем могу помочь? Ну, как сюда. А он просто кидал палку собаке. Сколько раз? Сколько палок кинул? Андрей, сколько палок кинул? Собачьи. Тяжело вспомнить. Назад. Держись. Прям лег и скрутил. Да. Все, расслабляйся. Все, ноги вытягивай. Просто напряг. Вот. И на ручках подтянись. Не до конца. Раз. И теперь ножки подними вверх. На руках держись.
Ноги вверх поднимай. Над головой. Свечку, свечку выходи, да. Давай. Свечку выходи, ноги вверх тяни. Над головой, пусть пробуют. Две. Виси на руках, поднимай ноги вверх. Виси на руках, поднимай ноги вверх. Виси на руках, поднимай ноги вверх. Это не корпус поднимай, а пресс скручивай. Вот. Тебе надо через голову кувырок сделать. Через голову кувырок сделать. Чувствуешь? Да. Виси на руках, поднимай ноги вверх за голову. Давай, да. Ноги вверх тяни. К себе, к голове тяни ноги. Конечно. Ноги к голове тяни. Коленками лба коснись. Коленками лба коснись. Да, и кувыркайся назад. Назад, через голову. Ты держись за эти, давай. Чувствуешь? Хорошо, за нижние петли возьмись. За нижнюю петли. И теперь делаешь, да, через голову кувырок. Ты помнишь, какие упражнения Денис делал? Я тебе говорил, смотри, что он делает. Смотри, смотри, одно повторять другое. Сейчас ноги можешь вверх поднять? Нет, свечечку. Две обе. Вот так вот. Еще. Тяни ноги вверх. Тяни ноги вверх, вверх. К потолку тяни ноги, к потолку. Только смотри, не отпусти руку. Не, ну даже хорошо, что просто висишь, уже хорошо. Подними ноги вверх. Головой пола коснись, а ноги вверх поднимай. Да. Ноги вверх тяни. Теперь прессом подтянись. Тяни ноги. Не от себя, а к себе. У него мозг не понимает, да, как надо сделать. Почти. Давай коленки к голове. Как бы прыжок ты делаешь. Нифига, не получается. Кто ты такой, задай вопрос. Зачем ты сюда вообще пришел? Ну, тяни, тяни. Вот на руках. Тяни. Руки напрягись, как будто на руках только висишь. У тебя ноги сами вперед встанут. Вверх. Свечку, свечку ты выходишь. Головой пола коснись. У тебя почти получилось. Хорошо, давай по-другому. Наоборот. Во. Тяни. Вот. Ноги тяни еще. Одну хотя бы потяни ногу. Руками тянуть, она уже не тянется. А руками помогать выходить. Давай, пока не сделаешь, не слезешь отсюда. Я уже все, у меня уже рука отвалилась. Сделаешь. Денис, поможешь ему палочкой хотя бы? Движение на ног покажи. Движение ног. Давай, да, помогай, помоги, помоги. Под коленки. Палкой прям. Еще разок давай. Сейчас тебе поможу. Я уже сила. Прям палкой под коленки ему поведи. Все, сдался. Да. А у меня руки просто.